Всем привет! С вами Ирина. В этом видео хочу показать вам два очередных цимбидиума отцвевшие, которые мы только вчера купили. Вот, это уценочки. Один желтый, второй либо белый, либо розовый. Второй я купила почему? Потому что я на нем нашла проклюнутый цветонос. Но так как эти растения только из магазина, и так как в магазине я видела живность, поэтому в первую очередь мне эти растения нужно обработать от живности. То есть нам нужно пройти карантин. Минимум 2 недели они у меня будут стоять в другом помещении перед тепличкой. Здесь, кстати, достаточно прохладно. То есть как раз идеально для цимбидиумов. Потому что вы знаете, что цимбидиумы не очень любят жару. И мой цимбидиум, который выпустил цветонос, он его так и остановил в росте. Потому что было лето, жарко. И цветонос так и замер. И я теперь надеюсь, что так как сейчас уже немножко похолодало, возможно, все-таки наш цветонос тронется в рост, сжалится надо мной и начнет, вернее, продолжит свой рост. Так что вот такие вот 2 уценочки мы вчера купили. Это при том, при всем, что я уже говорила, ни одной уценки. Ну, очень сложно себя удержать. Так что вот такие вот 2 еще орхидеишки, 2 цимбидиума. Поселится у меня. Теперь у меня уже будет 4 цимбидиума. Места теперь здесь им достаточно, поэтому можно было еще 2 штучки прикупить. Так что, ребят, вот такие вот уценочки стоят. Пока что мы пройдем обработки от живности, а только потом уже можно будет ставить и к моим остальным цимбидиумам. Ну, все, спасибо вам огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.